Женщина вышла из своего дома и увидела на уличном дворике троих стариков с длинными белыми бородами. Она не узнала их, она сказала: «Наверное, вы мне не знакомы, но вы должны быть голодны. Пожалуйста, входите в дом и поешьте». «А муж дома?» — спросили они. «Нет», — ответила она. «Его нет». «Тогда мы не можем войти», — ответили они. Вечером, когда ее муж вернулся домой, она рассказала ему о случившемся. «Иди и скажи им, что я дома, и пригласи их в дом», — сказал муж. Женщина вышла и пригласила стариков. «Мы не можем идти в дом вместе», — ответили. «Почему же?» — удивилась она. Один из стариков объяснил. «Его зовут Богатство», — сказал он, указывая на одного из своих друзей, и сказал, указывая на другого: «А его зовут Удача, а меня зовут Любовь». После чего добавил: «Сейчас иди домой и поговори со своим мужем о том, кого из нас вы хотите видеть в своем доме». Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Ее муж был очень обрадован. «Как хорошо», — сказал он. «Если уж надо сделать выбор, давай пригласим Богатство. Пусть войдет и наполнит наш дом богатством». Его жена возразила: «Дорогой, а почему бы нам не пригласить Удачу?» Их приемная дочь слушала все, сидя в углу. Она подбежала к ним со своим предложением: «А почему бы нам лучше не пригласить Любовь? Ведь тогда в нашем доме воцарит любовь». «Давай-ка согласимся с нашей девочкой», — сказал муж жене. «Иди и попроси Любовь стать нашим гостем». Женщина вышла и спросила троих стариков: «Кто из вас Любовь? Заходи в дом и будь нашим гостем». Старик по имени Любовь пошел в направлении дома. Другие два старика последовали за ним. Удивленная леди спросила Богатство и Удачу: «Я же пригласила только Любовь. Почему вы идете?» Старики ответили: «Если бы вы пригласили Богатство или Удачу, другие два из нас остались бы на улице. Но так как вы пригласили Любовь, куда она идет, мы всегда идем за нею. Там, где есть любовь, всегда есть и богатство, и удача».